Добрый день. Хочу рассказать вам о росте цен на лекарства. У меня, как и у многих людей, повышенное артериальное давление, поэтому я пью препараты. Ну, в частности, вот в последнее время небивалол. Раньше я его брал, ну, примерно по 400 рублей. Вот там 401, 400, видите, регулярно его покупаю. Потом 407 он был, потом 2 купил с небольшой скидкой за 794. Вот, и последний раз брал за 806 рублей его. Две штуки, да, то есть это как бы регулярный препарат, поэтому я его беру сразу по две штуки. И сейчас он стоит одна штука 483 рубля. Как легко можно посчитать, разделив 483 на 400 рублей, это рост 20%. Окей, допустим, вы там здоровый человек, и вам нужно в аптеке только, я не знаю, там, презервативы. Вот 700 рублей они стоили тогда. Вот сейчас остались цены на презервативы. Сейчас посмотрим, или их уже нету. Давайте. 506. Вот. Это сколько здесь штук? 12. А тут две упаковки было за 700 рублей, да? То есть по 350 было. Вот, а сейчас стало 506. Вот, тоже рост цен еще больше, да, потому что здесь у них нет, наверное, ограничений на эту категорию. Вот, в общем, разделите 506 на 350, и вы поймете, насколько поднялись цены. Спасибо большое за внимание.